Всем привет! Вы на канале 4 лапы. Собака – друг человека, но чтобы ваш друг не стал для вас бедой, нужно его дрессировать. Ведь мало кто хочет, чтобы щенок грыз мебель, провода и портил ваши вещи. Поэтому сегодня я вам покажу 5 команд для начинающего хозяина, которым он может научить своего щенка. И первая команда – это, конечно же, команда «сидеть». Второе – команда «лежать». Третья команда – «дай лапу». Дальше команда «ко мне». И пятая команда – это команда «голос». И это только небольшая часть команд, которым вы можете научить вашу собаку. На самом деле их больше 100. Главное не сдаваться и заниматься с вашим пушистым другом. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то поддержите лайком и подпиской. Всем спасибо за просмотр, всем пока!